Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что принесет вам пятница. Так, а пятница принесет вам какие-то волнения. Из-за чего-то вы будете волноваться. Давайте смотреть, что это будет для вас. Из-за какой-то тяжелой работы. Я думаю, что это просто усталость в конце недели. Как обычно бывает, да, если вы работаете. Но даже если у вас свой бизнес, все равно... Вы отработали неделю, скорее всего, какая-то усталость, желание все бросить, уйти, уйти на выходные, когда же уже эта пятница закончится. Вот такие, собственно, будут у вас мысли. Вот. Ну, а вечером я вижу встречи с друзьями, родственниками, знакомыми, очень приятные. Вы расслабитесь, отдохнете, зарядитесь пока такой позитивной энергией. Вот женщина, может быть, подруга ваша, русая, русый оттенок волос, от светлого до темного, добрая, улыбчивая, веселая, гостеприимная. Вот, может быть, у кого-то встречи с детьми или внуками. Вот, может быть, с родителями, учитывая, что тут тоже женщина. Вот, но у кого-то вполне возможно свидание страстная. Ну и еще момент, если вы с подругой куда-то собираетесь в пятницу вечером, то очень велика вероятность нового знакомства. Причем независимо, в каком формате отношений вы сейчас находитесь. Да, такое легкое знакомство, ни к чему не обязывающее. Не знаю, может ли оно во что-то вылиться, вот, но вполне возможно. У кого-то может быть вполне свидание пятницу, но я, по-моему, уже об этом говорила, да. Вот, ну и кроме свидания, все равно у вас или встречи, или может быть разговор по телефону с вашими родственниками и знакомыми. А вот, ну, в общем, тут семья на первом месте. Ну, то есть с семьей это однозначно, то ли разговоры будут, то ли встречи с кем-то из ваших родственников. Это однозначно, в пятницу после обеда. А вот. У кого-то вообще весь вечер будет занят детьми, может быть, внуками, какими-то родственниками, может быть, даже какой-то там у вас праздник намечается на пятницу, на вечер. Вот, кто-то из вас, может быть, с подругой еще потом куда-то пойдет, да, у кого-то, возможно, свидание. Ну и новое знакомство тоже помните об этом. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и... Осталось 5 дней огромной скидки на большую книгу Таро. Книга создана специально для предсказаний и заряжена лично мной. Получаете книгу, задаете вопрос, открываете и читаете ваш ответ по 11 пунктам. То есть все, что угодно вы сможете определить и получить точный ответ на любой вопрос. Ссылочка на книгу внизу в описании и в моем первом комментарии.